Сегодня на выставке мы представлены вместе с нашими партнерами. Одна из компаний – компания Domintel. Они показывают управление с тач-панели, где установлен Iridium, и показывается управление светом, колонками, видеокамерами и так далее. То есть здесь представлено именно их оборудование, управляемое с Iridium. Еще один партнер, который представлен с нами на стенде, это компания SmartCasa. Это наш проект-партнер. Они делают high-end аудио-видео инсталляции и разрабатывают интересные интерфейсы для управления аудио-видео оборудованием, которое может управляться с разных платформ. И здесь вот показывают, как могут выглядеть списки, как идет переключение между страницами и так далее. И следующий партнер, который сегодня с нами на стенде, это компания Helvar. Мы являемся официальными партнерами этой компании. Мы разработали совместное приложение, брендированное под их нужды. И здесь они показывают, как может выглядеть Iridium интерфейс уже немножко в другом исполнении. То есть здесь мы видим floor plan, где можно задавать определенные сцены, переключение света в данном случае, как можно диммировать свет, задавать определенные требования, сеты, как использовать color picker. Вот вы видите, как меняется RGB. И здесь указаны управление другими зонами.